Все вы наслышаны о деяниях героя, который займет в Ордене место Тириона. Этот паладин стоит сейчас рядом со мной. С новым лидером мы дадим Легиону достойный отпор. Вы должны все как один встать на пути надвигающейся тьмы. Мы должны забыть былые распри. Мы должны объединиться! Рыцари крови с тобой. Азерот выстоит. Свет ведет. Мы будем сражаться под твоим началом. Сегодня Орден Серебряной Длани возродился. Вместе мы сокрушим даже самого Саркероса. Мы одержим победу. Положи клинок на алтарь. Сам свет станет нашим кузнецом. Твоим услугам. Тенелом ждет тебя. Твой. Следуй за мной. Тенелом, представьте нашему лидеру данные, собранные разведкой на расколотых островах. Я могу помочь? Береги себя. Приветствую. Да благословит тебя свет.
Чем могу быть полезен? Рад встрече. Зарья. Тебе что-то нужно? Приветствую. Береги себя. Чем могу помочь? Я польщена. Удачи, друг. Что привело тебя сюда? Прощай. Приветствую. Ступай с миром. Привет. Счастливого пути. Приветствую. Удачи, друг. Пивка не хочешь? Кралхолл, сила и честь. Привет. До встречи. Чего ты хочешь?
Баладаш Маланоре. Победа в битве – единственный путь к миру. Небесный огонь вот-вот отправится в важный поход. Я прошу тебя принять в нем участие. Срочно направляйся в порт Штормграда. Команда получила приказ дождаться тебя. Полагаюсь на твою доблесть и осмотрительность. Какова обстановка? Покажи им, на что мы способны. В Штормхейме покоится Эгида Агромар, один из столпов Созидания. По легенде, ее может получить лишь тот, кто сумеет пройти особое испытание. Впечатляет, правда? Из новых орудий можно сбить виверну с 300 метров на полном ходу. Взгляни-ка. Нам приказано доставить тебя в Штормхейм и помочь в прохождении испытаний. Кроме того, нам поручена и другая задача. Седьмой легион. Три самые дня назад суровые ребята отрекшихся вышел из Дурандара личный приказ короля. Мы считаем, что его возглавляет сама Сильвана. Мы должны проследить за этим флотом, но при этом постараться избежать прямых стычек. Хотя, по-моему, они неизбежны. Жду не дождусь. Приготовления почти завершены. Гилнес. Устраивайтесь поудобнее. Гилнес восторжествует.
Удалось связаться с заставой? Седогриф ведет нас к победе. Бесполезно. Климатические установки Штормхейма блокируют сигнал. Прекратить обстрел! Слава Гилнеосу! Палубное орудие к бою! Всем приготовиться! Первое звено, приготовиться! Второе, ждать приказа! Будьте готовы, мы снижаемся! Вперед! Нетопыри идут в атаку! Огонь по готовности! Обыщите все! Найдите Сильвану! Наездники, прикройте их! Осторожно. Похоже, в этих котлах не просто похлебка. Здесь ее нет. Идем дальше.
Королевская стража! Это ее корабль! Схватить капитана! Что-то знать эту цель. Вы опоздали. Темной госпожи здесь нет. И вашему кораблю конец. Враги на небесном огне. Мы должны помочь. Сколько нетопырей. Они хотят подорвать корабль изнутри. Скорее! Уберите химикат от снарядов!
ты говоришь? Я могу помочь? Это самый мощный корабль во всем флоте. Возвращайся к своим обязанностям, солдат. Кому-то нужна медицинская помощь? Что починить?
Какова обстановка? За Альянс! Я не могу помочь! Thank you.
назад, не закури! Держись, а мы с адмиралом попробуем забраться наверх! Отпусти уже этого монстра. Это самый мощный корабль во всем флоте. Возвращайся к своим обязанностям, солдат. Что за стереотипы? Одной лишь силы Эгиду не взять. Но для начала сойдет. Приходи к склепу Аграмара. Испытаем твою силу. Получилось! Thank you.
нет цели. Райкульского президента нигде не видать. Что ж, придется обойтись головами остальных. Слишком далеко.
медлим, Таргрул убивает наших союзников. Древнее логово моего отца. Здесь, среди скал, немало артефактов, которые лучше не трогать. Несомненно, тому виной скрытая энергия, пропитавшая эти скалы. Новорог, предатель, ты привел к нам чужаков. Таргрул не справится с молотом. Он не завоюет, а уничтожит Крутогорье. Меня устроят оба варианта. Рахмора! Убей их! Рок! Руши! Let's go.
Теперь враги о нас знают. Надеюсь, союзники отвлекут основные силы, и мы завершим задание. Быстрее, в бочки! Я задержу их, и потом вас догоню! Нет, туда я точно не полезу. Встретимся с другой стороны. Король подземелий начал раскопки на костях моего отца. Он не подозревает, во что ввязался. Быстро говори, где еда, червяк! Умоляю, не надо. Вы забрали все, что было. Обыскать все! Вечно эти смерды прячут припасы от армии. Кто не сражается, тот не ест. Слишком далеко.
Смотри на ворот. Сейчас твои герои умрут. Thank you.
должны покончить с Таргрулом. Прошу прощения, герой. Похоже, сокровище ждет вас с другой стороны этого монстра. Thank you.
не был твоим. Он ищет того, кто обладает истинной силой. Дело сделано, герой. Даргрул мертв, а молот у нас. Племена Дрогбаров теперь придется объединять заново. Но в Крутогорье стало спокойнее. Безумный король Даргрул повержен, и Крутогорье вновь в безопасности. А теперь мне нужно решить кое-какие семейные вопросы. До скорой встречи. Надеюсь, она пройдет в более спокойной обстановке. Безразличны. Я пройду испытания и заполучу эгиду. П
Прячься в своем склепе, пока я его не снес. Боги этого не потерпят, Врайку. Ты поплатишься за свою далеко. Yeah!
добыть Эгиду. Найди этих королей и заслужи их уважение. Лишь достойным дано пройти испытание доблести. Старейшие и мудрейшие драконы Штормхейма. Летать среди них значит летать среди самих богов. Испытай волю, заслужи их милость. Thank you.
Активация сцены. Испытание мощи. Надеюсь, тебе по силам пройти первое испытание. Как хранитель этого места, я испытываю мощь каждого, кто желает продолжить путь. Приготовься!
За проявленную доблесть ты получишь достойную награду. Подними же свое оружие и прими дар самих титанов. Готово. Пусть мощь титанов поможет тебе в час нужды. Иди же, герой Агромара.
подходящая цель. Слишком.
У меня нет цели. Мне нужна цель. Атаковать эту цель. Далеко. Неподходящая цель. Thank you.
Thank you.
Не трать мое время попусту. Гилнес возродится. Сразу к делу. Достаю. Слишком далеко. Нужно подойти поближе.
Могу атаковать. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Здравствуй. Рада тебя видеть. В Райкулы не очень жалуют гостей. Что там? Быстрей! Что там? Я пойду вперед, поищу место с хорошим обзором. Встретимся у городской стены, когда найдешь точку крепления. Как жизнь? Береги себя. Нужна помощь? Береги себя. Как делишки? До скорой встречи! Ищешь что-то особенное? До встречи.
Пока мы живы, Азерот не падет. Мы одержим победу. Пусть жизнь за серебряную длань. Будь осторожнее. Я клинок света. Я не против славной битвы. Пребудет с тобой свет. Ступай с честью. Твоим услугам. Клинок света. Как настроение? До скорой встречи! Встретиться с тобой большая честь. Береги себя. Ты
твоим услугам. Ты всегда можешь рассчитывать. Знание – сила, но его нужно использовать с умом. Просто верь в себя. Что привело тебя сюда? Будь осторожнее. Если мы видели объект, вылетевший из бури скверны, его мог заметить и легион. Посмотри на север. Цитадель ночи Сурамара. Сколько тайн она скрывает. Поразительно. Древние руины высокорожденных. А вон там, чуть поодаль, поселение Врайкулов. Просто удивительно. Земля! Нужно высадиться на берегу и все осмотреть. Наш таинственный объект где-то в этих мутных водах. Придется промочить обувь. Могу помочь. Не могу атаковать цель.
тут его нет. Видимо, звери утянули его в пещеру. Продолжим поиски. Вот он, у великана. Есть только один способ отнять его за то. Ты знаешь, что мне нужна цель. Прекрасно. А теперь отправляйся назад в Долоран. Встретимся в палате хранителя. Еще очень много дел. Этот портал ведет в Экзодар. Удачи тебе. Последняя просьба армии света будет услышана. Тысячелетняя война достигла пика, и рассвет еще не скоро. Этот сосуд воплощает нашу великую жертву. Отдайте его пророку. Он ключ ко всему. Мы не искали такой участи, но судьба все решила за нас. Преуспеете, и свет воссияет вновь. Не справитесь, и все сгорит. Мы не подведем. Туралион. Приветствую тебя. До встречи. Прощай. Этот портал ведет в Экзодар. Удачи тебе.
дадим последний бой в чертоге света, если ты пробьешься сюда. Это значит палач. Кил'джаден не случайно отправил к нам именно Эридара. Он очень изобретателен, когда речь идет о наказании неугодных. Сама судьба привела тебя к нам в этот жуткий час. Я знаю, у тебя срочное дело, но если мы не остановим вторжение демонов, мы все обречены. Этот барьер защищает мой народ, но поглощает все мои силы и внимание. Боюсь, на захваченную демонами территорию придется отправиться тебе. Спаси выживших и разрушь все порталы, что попадутся тебе в Экзодаре. Поторопись! Я не знаю, сколько еще смогу удерживать барьер. Пробейте защиту пророка! Чего бы это ни стоило! С ней падут все надежды Дренея! Как пожелаешь, владыка! Ты лишь оттягиваешь неизбежное! Слуги, раздавите этого червя! Укрылись в заброшенной шахте в северной части кристального зала. Пока нам удается отражать атаки демонов, надолго мы не продержимся. Величины гнева быстро! Разговите этих букашек! Yeah.
Как вы посмели? Ты стоишь на пути армии Саргероса! Сестры, принесите мне голову этой твари! Только так мы сможем выстоять!
Пережили бы этот день. Быстрее, в чертог света! Пророку нужна наша помощь! Сначала нужно выбрать цель. Yeah.
Тебе удалось разрушить большинство порталов и лишить Ракиша подкрепления. Дивиния, нападавшие отброшены. Пришла пора очистить наши чертоги от всех следов демонов. Эксодар снова будет... Боюсь, у нас мало времени. Ракиш еще жив, и он где-то рядом. Его нужно остановить, иначе мой народ не обретет покой. Я знаю, через что тебе пришлось пройти, и что ты несешь страшную весть. В твоих руках нечто очень важное. Покажи мне. Не бывает заблудившихся. Есть те, кто не нашел... Свет всемогущий! Прости, я не знал. Нужно идти, сейчас же. Я все объясню по пути. Дай знать, когда соберешься выдвигаться. Только поторопись. Мы... Принесенный тобой предмет называется Сердцем Света. Это дух первого Наару Зера. В нем заключена мудрость и знания, необходимые для борьбы с пылающим легионом. Но разблокировать этот дух сможет лишь потомок Зера. Поэтому тебя и прислали сюда. И в этом истинная причина нападения легиона на Эксодар. Орос, последний потомок Зера, находится в Эксодаре без защиты. Если он умрет, мы никогда не узнаем, что таит в себе Сердце Света. Для пророка? Ты на редкость плохо делаешь прогнозы. Ха! Он издает такие музыкальные звуки, когда его бьешь. Проклятие! Изумительно! Мне нравится! Я проведу тебя в сердце корабля. Оставайся внутри моего барьера, пока я очищаю нам путь. Это ибо славу его я исцелю Ороса, а затем мы покончим с Ракишем. Ты проиграл, Ракиш. Орос исцелен, а тебе предстоит ответить за все зло, что ты сотворил. Вот и герои явились. Ты думаешь, что одолел меня, Велен? Прежде чем я сдамся и приму правосудие света, мне нужно завершить одно дело. Не зная поражения, победу не оценить! Умрите! Остатки тысячи ваших миров пылают под ланью владыки! Я, его вестник, несу вам будущее!
В эпоху смерти и разрушения! Момента не осознавал. В далекие времена у меня был сын. Когда он родился, мне было видение. В нем я плачу над умирающим Эредаром. Его кожа тронута скверной и покрыта шрамами. Как твоя? Когда Кил'джеден забрал мою семью, я отринул это видение. Долгие годы оно спало в глубине моей памяти. Теперь, благодаря тебе, я все понял. Здесь твоя миссия выполнена. Возьми сердце и возвращайся к Адгару. Скажи ему, что сегодня здесь померк свет. Удачи!
достойную смерть. Говорит бледная червь, сами. Заткнись, червь! Скоро я с тобой разберусь. Осквернители, я чую кошмар в вашей крови. Сгиньте из леса или познайте гнев природы. Осквернители, так вот кто навел на эти леса. Я чувствую среди вас могу возможность оборчу собственными когтями. Что это у тебя на руках, Руин? Чистит вас!
Нам повезло. Молитесь, чтобы мы не встретились. Меня в покое. Как жаль. Вы проделали такой путь и все же погибнете от рук Савия. Пустые угрозы. Ты бессилен в этом мире, Савий. Ты слишком дерзок для пленника, которого одолела тень моей истинной силы. Подойди поближе.
Что? Это просто смешно! Вас ждет медленная и мучительная смерть. Вас ждет медленная и мучительная смерть. Главная победа, но время праздновать еще не пришло. Истинный Ксавий по-прежнему жив в глубинах кошмара. Сегодня вы победили всего лишь его тень. Да благословит нас Элуна. Приятно познакомиться. Чем я могу помочь? Могу помочь? За Альянс. Своим услугам. Своим услугам. Я клинок света. Добро пожаловать. Thank you.
пребудет с тобой свет. Да благословит тебя свет. Интересных вещиц. Тебе нравится? Удачи тебе! Здравствуй!